очень часто меня спрашивают, какие спортдобавки принимать перед тренировкой, во время тренировки. Итак, если ваша цель похудение или просто тонус мышц, поддержания перед тренировочкой, я советую или вот такой нитрулинчик принимать. Это, в принципе, очень хорошая штука. Здесь нет кофеина. Это очень хорошая аминокислота, которая даст вам насыщение мышц oxygen и вам даст натуральную энергию. Это без кофеина. Если вам нужно немножечко кофеинчика добавить для энергии, вы можете попробовать такой Celsius. Тут немного кофеина, но хороший как предтреник вы можете использовать или просто в течение дня для энергии. Во время тренировки я советую пить аминокислоты или БЦАшки, как некоторые называют. Это даст вам и быстрее восстановление, и вкусненький напиточек во время тренировки. Вы также можете его скомбинировать с глутамином, который будет вам помогать восстанавливаться, или выпить его сразу же после тренировки, который даст вам возможность хорошо восстановиться. Для жиросжигающего эффекта также очень хорошо принимать L-карнитин, можно взять в порошке или в таблетках, в жидкости. То есть мы выпиваем наш предтреничек буквально там 20-30 минут до вашей тренировки, и потом во время тренировки вы можете ваши пить или БЦАшки, или аминки. Так что пошли на тренировку.